Добрый день, уважаемые дамы и господа, а также товарищи. Вас приветствует Вадим, агентство недвижимости «Золотое кольцо благополучия». И вашему вниманию предлагается шикарнейший, обалденнейший вариант земельного участка в городе Александров, Владимирской области, 100 километров от МКАД по Ярославскому или Щелковскому направлению. Улица Шмелева, земельный участок номер 10. Участок в собственности отмежован, с одной стороны огорожен соседским забором. Подъезд, асфальт, электричество и газ, интернет по границе. Пожалуйста, все можно подключить. Ну, газ, естественно, после строительства жилого дома или бани, регистрации. Все по границе. В шаговой доступности, собственно, сам город Александров, а также Дичковское озеро. Ну, это купание, рыбалка. Участок ровный, сухой, прямоугольный. Обширный прямоугольник, обширный. То есть не узкая полосочка, а прямоугольник такой достаточно объемный. Ну, единственное, что не покошен, но трава, то есть растет, клевер обыкновенная, никаких тут зловредных растений нету. Так что вариант отличнейший. Стоимость будет указана в тексте объявления под данным видео на нашем сайте anzl.ru, агентство недвижимости «Золотое кольцо благополучия», на наших Рутуб, Ютуб, Телеграм-каналах. Подъезд, асфальт. Сейчас вы это увидите. Электричество, газ, интернет по границе. Ваше внимание, подъезд к нашему продаваемому земельному участку 10 соток, улица Шмелева, город Александров. Круглогодичный асфальт. Вечернее освещение, внимание, это важно. Интернет и газ у нас по границе. Стоимость, еще раз повторяю, будет указана в тексте объявления под данным видео. Хотя сколько раз я уже это не повторял, все равно пишут в комментариях стоимость. Уже давным-давно стоимость не озвучиваю, в силу того, что она может меняться в ту или иную сторону в связи с конъюнктурой рынка и пожеланием собственников. Ровный, хороший, огороженный с одной стороны забором земельный участок 10 соток. ИЖС, индивидуальное жилищное строительство, соседи живут. Город Александров. Улица Шмелева у нас находится там же, где и вторая Алексеевская. Тут деревня Наумова недалеко. Собственно, по кадастровому номеру посмотрите. Вот там у нас Дичковское озеро. Очень хорошее место с круглогодичным подъездом. Возможно, приобретение данного объекта недвижимости с помощью загородной ипотеки. Помогаем, оформляем от 0 до 100%. И также оказываем услуги в сфере газификации, электрификации объектов недвижимости и полный спектр услуг в сфере недвижимости. 10 соток, город Александров, улица Шмелева. Прекрасный вариант, прекрасный. Вадим, агентство недвижимости «Золотое кольцо благополучия». Ну и в завершение видео ваше внимание окрестности. Озеро Дичковское, купание, рыбалка прекраснейшая. Ну, как вы видите, территория застраивается. Газ, электричество, свет. Свет, причем, можно 380 подключить. Вечернее освещение. Это у нас деревня Наумова. Ну, граничит с городом Александров. Улица Наумовская. Отличный вариант. Ребята, отличный.